Нет. Пожалуйста. Почему у меня такое ощущение, то, что мы не дойдем? Почему у меня такое ощущение, то, что мы, короче, не пройдем этот мод? Отрабатываем штраф. Я обосрался. Давайте поставим среднее. Применить. Алиса в зазеркалье. Только тут этот. Меченый в зазеркалье. Сейчас попробуем, короче, перезайти. Может быть, что-то произойдет. Блин, капец, конечно. Я по правде обосрался. А так придется нам, короче, все выложить и бежать, 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 бежать до тех пор, пока мы не проникнем в саркофаг. Вот, если сейчас, короче, это не сработает, то мы будем бежать, очень долго бежать. Вам донатики, кстати, ребят. Какую игруху после прохождения ставки про нее? Так. Архангел, привет. Ну, вообще, там Радиофобия 2, по идее, есть. Вот, какая-то альфа-версия. Либо что-то там еще. Вот, после Сталкера... Ну вот, потому что мы его не прошли. Там что у нас? Rage of Chaos, и потом еще дополнение к нему. Это как его? Frozen Throne, Ледяной Трон. Вот, то есть нам вот еще вот это надо допройти. Вот, в принципе, есть мод фотограф, который, блин, мне вообще не зашел, на самом деле. Его можно смотреть, но я не... Просто тупо... Он мне не заходит. Вот я сколько себя заставлял бы. Возьми и давай. Блин, короче, нифига. Плюс 600 здоровья. Я хотел его выбросить. Короче. Короче, мы столько дерьма повыбрасывали, что... Нифига.
Один мы точно выложим. Просто выбросить. 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 Вы это не должны просто видеть. Отлично, мы можем бегать. Ребята, не смотрите, что я делаю. Я вот, видишь, бегу. Там где-то дырка должна быть. Вот она. Даже не спрашивайте, как я бегу. Даже не думайте вообще. Аптечка используется. Ребята, это капец, блин, какой-то. Да, по приборам, блин. Это фиаско. Вот это настоящее испытание. Блин, реально. Дайте мне успокоительного. Блин, капец. Это просто капец, блин. Я не понимаю, почему такая фигня. Ну как так? Yeah.
Угодил в аномалию. Ну, ВС отдыхает в сторонке. Весельчак, вот Ване ты заявишь. То, что НЛС отдыхает. Ребята, вы вот так вот слушаете просто. Не поверите, бегу змейкой. Бегу тупо змейки. Тупо бегу змейки. Ну где там вход? Где вход? Где вход? Я потерял. Твою. Вход. Вот они вроде брились. Иди ко мне. Мне. Ко мне. Мне. Так, натовский патрон повезло. Иди ко мне. Ты обретешь то, что заслуживаешь. Какие артефакты-то, посмотри. Ночная звезда. Душа еще одна. Золотая рыбка. Один. У нас хак, наш герой бы сильно переб... Иди ко мне. Твой путь завершается. Иди ко мне. Иди ко мне. Может, ты ко мне подойдешь, а? Раз на раз разберемся. Я очень добрый человек. Твоя цель здесь. Иди. Сталкер. Это неимоверно. Ну просто стену. Ты обретешь то, что заслуживаешь.
сквозь стену, я не понимаю, ну как это вообще возможно? Он сквозь стену просто берет и стреляет. Как это вообще может быть? Я не представляю. Меня бомбит, блин, просто неимоверно. Ой, блин. Вот опять сквозь стенку. Блядский хуй, блюд. Питарас. Не могу просто. Извиняйте. Вот она вот самое главное. Вот у меня вот здесь прям лежит, блин. Вот я когда психую прям конкретно. Я ее, блин, в зубах подержу. Уроды. Вознагражден будет только один. Блин, а я еще хотел этот мод порекомендовать, блин. Ване. Капец, блин. Вон была бы шляпа. Вот он как стреляет. Твое желание скоро исполнится. Иди ко мне. Выкусил, урод. Вознагражден будет только один. Не плачь, блин. Иди ко мне. Не представляю, что было бы творилось на мастер. Да пошел ты, урод. Yes. А ну-ка. Твое желание скоро исполнится. Иди ко мне. Путь завершен, человек. Иди ко мне. Твое желание скоро исполнится. Да, твое тоже скоро исполнится. Я тебя отключу. Ты знал об этом? Так, ну нам потом сюда. Твой путь завершается. Иди ко мне. Привет, приятные игры. Спасибо тебе большое, Андрей. А тебе приятного просмотра, как я бомблю. Концовка у нас. Сам... Отказываюсь. Мы попробуем. Мы попробуем.
Так. Окей, так у нас не получается. Попробуем просто бежать. Давайте не вот здесь побежим, а дальше. Нам куда надо выйти аж? Короче, непонятно, где побежали. Просто олень, привет. Нет, завтра не выходной. Утечка. Ну что, пробуем еще раз. Только уже в телепорт бежим. Нет, это нереально. В пизду этот мод. Просто выкуси. Выкуси. Автор, блин, радиофобия 1, версия на 1.0 патч. RC1B альфа версия. Если ты видишь этот стрим и посмотришь его до конца, ты узнаешь мое мнение о твоем моде. Просто выкуси. Ребята, вы, конечно, меня извините, но, блин, это нереально. Фу. Это реально полный капец, это реально полный абзац. Я нашел телепорт. Я поднялся по одной лестнице, я поднялся по второй лестнице. Ну, просто это там не видно. Вот. Удаляю его прямо на стриме. В общем-то, ребята, мучить никого не буду. У нас следующий... Нам говорят, у ГСМ пройти. Вот. Пройдем у ГСМ, значит. Вот. Постараемся пройти у ГСМ. Не знаю, может быть, там все будет нормально. Стрим будет... Не знаю, завтра. Блин, конечно. Ну, как я хотел еще и на завтра растянуть сталкер. Но, смотрите, в общем-то, у нас как получается... Скачивать я сейчас ничего точно не буду. У нас есть Warcraft, мы будем играть в него. Вот. Warcraft, блин, первая шина не тянет. Но более про, чё-то мод. Ну, не знаю, блядь, один финовый сок. Какой сок, блядь, вырежу, блядь. До следующего стрима. Блять, ебучий, сука, разработчик, блять. Я тебя, блять, вот если реально найду, блин, я тебе этот прям кусок, блять, вырежу, блять, и носом тыкну. В общем-то, ребята, знаете, я могу вам так сказать, то, что по поводу радиофобии, да, вот, у меня мнение не изменилось, в принципе, оно так и осталось, да, вот, ну, блин, сыро, 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 еще раз сыро, вот, стримы скоро у нас будут, я вот хоть немножко вот сейчас вот более-менее себя привел в порядок, я записал это видео по-быстрому на самом деле, чтобы вам не было скучно, это, конечно, блин, видео на 25 минут, грубо говоря, разошлось, но, знаете, зато, опять же, если вы хотите, да, вот, как бы ссылочку, да, саму ссылочку, я оставлю непосредственно под стримом, посмотрите, как вообще я там реально бомбил. Вот реально посмотрите, как я там бомбил. А так, ребята, кто посмотрел, большое спасибо. Всем пока и до скорых встреч.